Добрый день, меня зовут Александра. Мне 35 лет. Я проживаю в городе Киеве, в Голосеевском районе. Расскажите о вашей семье. Я не замужем, детей у меня нет. Какое у вас образование? У меня Бердянский государственный пединститут. Трудовое экономическое обучение. Расскажите о вашем опыте работы. Я работала в детском саду нянечкой. Затем, после института, когда закончила, уже работала воспитателем в городе Киеве. Расскажите о вашем опыте работы в семье. В семье я проработала 2,5 года с ребенком, 1 год и 3. Миша, в мои обязанности входила полностью уход за ребенком, развивающие игры, приучение к порядку. Какие ваши личные качества? Я добросовестный человек, педантичный, аккуратный, энергичный, если нужно там. Какую работу вы ищете? Я ищу работу няни в семье с детьми 1 года до 6 лет. Меня устраивает график работы 5-6 дней, полная занятость. Все, спасибо за внимание.